Всем приветики. Ну, в общем, и настал момент, когда надо разбить это яйцо. Хоть оно всех победило, вообще всех. Но дело в том, что оно не может храниться вечно, типа... Ну, рано или поздно оно, если будет лежать, испортится. И поэтому надо его скушать. Поэтому... К сожалению... Вот так. Ну, было бы жестко, если бы оно вообще стол разбило бы. Раз такая вмятина появилась бы тут. А оно было бы вот таким вот целеньким. Было бы жестко. Но оно стало вот такое. Против стола, конечно же, не попрешь. А жаль. На этом все. Всем покедово.